Физкульт, привет! Сегодня с вами я, Калугина Анна, персональный тренер, эксперт в области питания и здорового образа жизни. Если вы долго сидели или просто устали, то самое время встать и подвигаться вместе с нами. Сейчас мы выполним с вами несколько упражнений на растяжку. Делаем глубокий вдох, шаг вперед. Руки оттягиваем назад. Вытягиваемся всей спиной назад. Выдох. Дышим глубоко. Остановимся на месте и сделаем несколько похожих движений в стороны. Через стороны, назад, вдох, выдох. Отлично. Поработаем над мышцами спины в статике. Ноги на ширине плеч. Садимся в присед. Руки вытягиваем над головой. Сидим 10 секунд. Лопатки сведены, живот втянут. Переведем корпус слегка вперед. Удерживаем спину прямой, лопатки сведены, живот втянут. Обратите внимание на то, что ноги находятся у нас в легком полуприседе. В этом положении начинаем сводить лопатки, руки сгибаем через стороны. Вытягиваемся, вдох, сводим лопатки, выдох. Выпрямимся, выдох. Поставим ноги чуть шире, сделаем наклон вперед, колени мягкие. Руки согнем в локтях. Стараемся тянуться вниз от поясницы. Копчиком тянемся вверх. Движение от ноги к ноге. Не забывайте дышать. Остановимся у одной ноги. И развернем носочек в сторону. Тянемся животом к колену. Плечи держим на одном уровне. Если вам сложно удерживать колено прямым, можете слегка согнуть его. Теперь развернемся рукой в потолок. Посмотрите вслед за рукой. Держите корпус в одной плоскости, не заваливаясь ни вперед, ни назад. Задержитесь в этой позе несколько секунд. И развернитесь в другую сторону. Отлично. Повторим движение на другую сторону. Опустимся вниз. Развернемся к другой ноге. Вы хорошо поработали, а я желаю вам активности, гибкости. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!